продолжаем хуйню. Всем привет. Нихуя не хочу проходить вообще. Нихуя, блядь, убивать никого, ничего. Я уже в рот ебался. А, дрой, кстати, тоже коня. Дай пройти! Хэт крабун. Осторожно, там этот, турель. Бегу. Я бегу, подрываюсь, Падла. Ебать! Боже, они так мешают, а? Так мешают. Пять хп. Убили нахуй. Пошел нахуй. Все, гранатки есть. Опа. Ты ли знаете, что? А, сюда гранату надо кинуть. Все, назад, наверное, вернуться. О! Ой-ой-ой! Знаешь, когда выходит третья часть нашего прохождения эпизод 2? Ну? У меня. В конце ноября. Ого. А у тебя, по идее, должно когда? Не знаю даже. И это всего лишь с перерывом на 2 дня. Это было круто. Между копами. Ну, 2-3 дня, но в основном 2. Меня вообще это радует, потому что меньше видосов. То есть запас такой описан. Они не только помогли чинить машину, но еще и подарок нам сделали. Только сегодня и только для вас. Это бортовой радар. Ебать, так вы распиздяшили тут пидорасов сколько? Что он в руках держит? Банку какую-то, сука? Оружие, патроны и аптечки. Не пропустите их. Если на радаре что-то есть... Заткнись, блядь. И посмотрите. Я расскажу тебе подробности по пути, Гордон. Еще раз спасибо, ребята. Ты вылетел? Нет, я спрыгнул. На! Ну я бы вылетел, не знаю. Ой. Заебался, говорила, ёбаный. Да я врезался. Ну я вижу. Ну все, тебе жопа сейчас. Мы сейчас в тебя врежемся. Врежемся. Если тебя врежусь. Не, как там было? В ДД. Помнишь? Я сейчас... А, сбью. Я сейчас тебя забью. Не забьешь. Забью. И подбиваю машину. Ты такой выходишь, машина горит. И подрывается. И вот ты говоришь, ты дебил? Я это помню, блядь. А помнишь, как ты сел в автобус, и я в тебя там был в руках, и я тобой под автобусом был? Ты тобой во мне был. Фу! Не был ты во мне. Алекс уже... Алекс так умудряется садиться,
Хуй найдешь эту игру. Класс, никакого баги, ничего не появилось. Просто... А вот. Ай, зато по, блядь, свалит, нахуй бегать будешь. А, это место я помню. О, если это то самое место? Да, ой, как я его ненавижу. То готовься. Я знаю. Ты это слышишь, блядь? Нет. О, класс. Ну, скорее внутрь. И сейчас надо будет. Тут пиздец. Я помню, тут пиздец. А, Гордон. А, Гордон, глубже. Шо ты несё? Класс, патронов нема, детина нема, того нема. Конечно же, мина еще сверху была. А я не заметил. Что это, мать твою, было? Ты что, выебали в жопу? Меня кто-то начал убивать. Ну да, в этой игре это бывает. Мини-страйдера убивать начали. А, короче, надо целиться с пидоров, да, я так понимаю? Да, иначе нам детину. Пизда. Да вы задолбали! Давайте тут. Что тебе давать? Нам не отбиться. Ой, надоело. Не отбиться, так, блядь, сядь и начни фапать. Она говорит, нам не отбиться. Надо будет меньше детей. Ой, достал меня этот человечек. Алекс мне такие комплименты отвешивает, нужно мне её выдать. Класс, люблю эту игру. Ну ты мне мины положил. Я кидал в окно, а оно... Ха, вот, давай кидать мне. Сохранил. Если мы не умрем с первого раза, я буду удивлен. Этот трек сохранить как, помнишь? Помню, помню. Боже, сколько их тут? Это что, мировая война? Что ты несешь, блядь, мировая война? Конечно, он кинул гранаточку. Так она, блядь, далеко от тебя. Ебать их, как пиздец. О! О! Надо вот эту шлепку убить. Есть! Еще один приперся. Ты что, охренел? Мазафака бич. Ебать. Ты что, рэпер? Блять, съебись. Меня убили. Белые пришли, белые, тупо белые пришли. Белые? Ассасины, блять? Да, ассасины. Ассасины с автоматом. Типа ассасины будущего там. С одним глазом, блять. Какие же неуродские стали. Меня зовут Дезмонд Маус, и я алкоголик. Ага, походу я понял. Ебать! Так, где у нас тут в подвал спускаться? Вот. Зачем? Можно выйти наружу вроде бы как-то. Опа. Наружу и так можно выйти вот здесь вот. Не, надо как-то обойти, чтобы... Боже, он достал! Как ты задолбал? Выйди с укрытия. 4 хп, класс. Убил. И сзади еще один убил. Ой. Так вот же вы.
Где эта херня отрубается? Аж там. Бидра. Не хана. Сколько хп? 17 хп. 2 хп. Меня убили. 1 хп. Йо! Пиздец, блядь. Ой, ебать! Еее! Еее! Ка меня заебала эта игра. Тут все игры, что мы беремся проходить, тупо, блядь, начинаем пиздеть на них. Еее! Подписчики, наверное, не раз задавали вопрос, нахуй начинаете туда их проходить? Своего говорит, помню. Один раз торм, второй раз дерьмище, ебан. Я, может, его лет 5 проходить не буду. Не, ну Half-Life, честно, эпизоды, ну, мне лично вообще, я их проходил в одиночку, мне вообще лично, ну... Лично? Ну лично, давай, что у тебя лично? Ну так, два раза сыграть и все, дальше уже как-то... Либо нормально два раза. Не тянет два раза потом играть. Ну, второй раз, если захочется. Понятно, где... Ой, Саня, что ты, конечно, раз... объяснил, а сказал ты хуй. Ну? Класс! О! Сука, заебал меня копировать, блядь. Отлетел, что детин. Где там был поход, ты тогда нашел? А там еще дверь подорвать должен. Пизда мне. 13 хп. Десять хп, ты как, ну, выходишь? Ты что, сдох? Да, я ж тебе говорил. Да дай пройти, Алекс, молодец! Люблю тебя, Алекс, за то, что ты меня подвела. Видишь, мэнэ. Подманула ты. Ты еще, сука, украинофоб? Боже, куда оно удрало? А вот это дитё. Оно удрало. Детина, вы куда? Давайте тут. А что тебе давать, ты, блядь? Ты кто такой, чтобы тебе давали? Ну, подрывайте двери, шлёпки. Дезмонд, ты чё, охренел? Опять Дезмонд? Угу. Всё, Альтаера убили. Ля на него... Ля на него подорвался! Вот это противник.
Пизда твоим этим. А, или ты их подорвал? Они сами подорвались, я там поставил так, чтобы они взрывались. Так, а что тут? ХП, отлично. Класс! Как граната могла меня зацепить? Гранаточка зацепила какая-то, прикинь. Я стреляю и подрываюсь. Класс. Ты слышишь? Угу. Алекс. А вот и источник питания поля. Ты чё смотришь на меня, блядь? Попробуй отключить щиты, чтобы ты подобрался к реактору. Ебать, ты ебал, твой персонаж так подходит тебе, я тебе говорю. Молчишь, мне страшно. Шо, блядь? Блядь, и причина этому то, что плохо пахнет? Что дальше? И что? Вроде все. Делали. Шо все? Ты видишь варианты, как выйти отсюда? Да, подняться по лестнице. И опять потом уже пути идти? Что за бред? Бред. Бах какой-то. Потому что шарик, походу, должен был вернуться. Он вернулся, походу. А, все, нет. Нет. Ну бах. А, все, нашел. А, не нашел. Бах, понимаешь, эта фигня горит без шарика. Класс. Надо, походу, пролететь. Потому что Алекс так уже прошла. Мне кажется, не сработает нихера. Сработает. Прошел? Сейчас пройду. Оп.
Вырубил? Сейчас вырублю. Да. Еще. Сейчас глянем. Ну, как бы проедем. Просто опять? Класс! Опять читами? Я предлагаю читами. А если вернуться, то же можно будет... Боже мой... Не, я заново не хочу проходить. Сядь на машину и уедь. А вдруг там... А, не, не будет никакой сюжетный. Он не хочет двигаться в этом месте. Крик? Нельзя убрать. А, все. Он не хочет... Ого. Уезжаем. Уезжаем, блядь, сам сел, уезжаем. Ха-ха, чё ты подобежишь? Ты чё, тварь? Ляда себе, сука. Тупо залагало вообще, я в шоке. Тупо бах какой-то. Алекс, ну, тупо одна осталась. Какие зрители, блядь, начнут пиздить, тупо, ебать вы че такие, блядь. Ну, тупо никто не... Тупо, ну, я не знаю, как бы над дурачком, чтобы, типа, подумать, что, типа... На баз... Что... Ну, я не знаю, видно же, что... Бах! Видно же, что... О! Тридцать восемь, тридцать семь, тридцать шесть, тридцать пять, тридцать четыре, тридцать три, тридцать два, тридцать один, тридцать... 29, ты петух. Бля-бля-бля. Вух-вух! Ты дебил! Это, наверное, с тобой что-то случилось после того, как ты системник почистил. У меня, кстати, тише работать стал немножко. Вау! Кстати, да? Да не может быть. А, обычно у тебя было там шум как-то было слышно, а сейчас нет. Типа что комп работает? Было слышно, было слышно. Сейчас тоже слышно, но... Не, сейчас вообще почти... Надо тише чуть-чуть стало. Ну да. Потому что скотобаза. Не, ну... Хотя да, реально значительно тише стало. Придется его каждый месяц чистить. А с тобой Алекс, да? Нет. А где она? Я не знаю. Тупо она еще там, на той карте осталась, походу. Если это так, то сейчас скрипт не запустится. Да, сейчас скрипт не запустится, если Алекс нет. Так это ж крик. Все, мы не пройдем дальше, нам придется уровень перезапускать. Не, смотри, у нас страйдер появился. О, пес! А Алекс ничего не говорит, ее нету. Тупо крик, смотри, что будет, давай посмотрим. На! Ох, тихо-тихо. Ебать, Лена стра... Ебать. Ты глянь на него. Мысль, что такое? Кровяха пошла. Фу. Ты подходишь, он бьется чем-то тяжело. Раньше фу. Бился. А вот и все. Глянь на него, смотри. Смотри на него. Он... Он просто... А! Эй, вы живы? Что это было сейчас, блядь? О. Мы вас ждали. Идите вдоль ручья, затем переправьтесь на ту сторону. Может, тут не должна быть Алекс? По-моему, должна. Должна? Тут не заблудишься. А как нам ворота открыть? Ляна собака, я не могу просто... Ля! Ля! Она провалилась! Охренеть.
Сука, это крик вообще, я вообще сдохну. А Алекс, ты понима. Так слышишь? Тут вот эта фигня опять появилась. Вертолет, ну этот их самолет. Органический, который. Который собака его, ну, видишь, он опять лежит. Ай. Тут страйдер был. Ну. Короче, понятно. Пить, а это опять появилось. Надо, надо перезапускать уровень. По-другому ну, никак. Называется. Так, таб зажми, F2. Вот написано, как уровень называется, если таб зажать. Наблюдаем опять эту сценку. О, он валяется. Тыщ. Наблюдаем эту сценку, ребят. Я когда первый раз играл, думал, в страйдеры сидят там люди. Ну. Вполне вероятно. Не люди, а один человек. Но оказалось нет. Прикинь такого себе робота, как страйдера, и ходить по городу. Ты же ёбнутый. Того же никто общаться не будет, хочешь? Ля-ля-ля, это от страйдера. Будешь забирать? Вот, 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 ля на неё, это. О, ля на неё. Фу, блин, она с каким-то говном. О. Пёс, пёсик, ты жив? Пёсик. Как он там просто лежал, помнишь? Да-да-да. Бля, эта фигня все равно тут лежит. А, это же типа собака потом отбрать должна. Все контакты целы. Эй, вы живы? Все хорошо. Быстро она проверила, что все контакты целы. А ну стоп. Идите вдоль ручья, затем переправьтесь на ту сторону. А что она тут появилась? Стой, стой. Я хочу. Стой. Ну, блядь. Я застрял просто. И шо? Мы же не проедем. Ля на собаку, на собаку глянь. А, садись в машину. Что, ну зачем? Ну блин, а иначе мы не проедем. Да блядь, ну хотел посмотреть на собаку, ну пидорас. И как-нибудь... О, класс. Класс! О. Молодец, пёсик. Ну, пёсик. Давай к базе на перегонки. Под нашим бортом. Ах, кто не сел? Тупо бус. Бус? Тупо бус. Тупо Брустер Роберт. Ебаный. Да-да. Ну вот ты назад дал. Ой, блять, я не люблю эту машину. Ах, ты не сел туда. А-а-а! Нажми F3! У меня просто крик. У меня сейчас хуже, чем в DayZ. DayZ что, плохо? DayZ, по-моему, нормально. О боже, управление Дизи. А, так здесь все шикончится, по-моему. Вот сейчас куда мы приедем. Нет? Да.
Но нам нужно защищаться будет сначала от кого-то, а потом уже страйдера убивать. А откуда там еще штука карт остается, я не могу понять. Пожалуйста. Пожалуйста. А еще болтовня полчаса. Юная аспирантка тут будет? Да. Ну-ну. Ля-ля-ля. Смотри, что будет? Ах ты сволочь! Ах ты тварь! Ты видел, что он надел? Выебал Алекс. Шо? Блять. Ну эти мысли. Ебать, ты заскрипел. У тебя что, блять, кости скрипят? Нет. Нет. В реальной жизни. Хуй ты так проедешь, блядь. Да, представляешь, ты такой на улице едешь и такой начинаешь орать. В реальной жизни. Для на них. Нахуя? Ля, гном. Смотри. Смотри на неё! Ай, сука, я не могу смотреть на неё! Всё, пошли. Скрипт не запустится. А куда дальше? Ой. Насколько Алекс беспомощная, что она не могла просто приступить? Ложная тревога, зачем туда идти? Ура! Все про... Вот, ставь сюда. Помнишь, как мы тут черепки заспавнивали? Нет, не тут. Я помню, но не тут. Подожди, а как черепки спавнить? Я хочу еще. Надо посмотреть в интернете. Всем нужно выполнить свой долг. Станешь костистым. А, все нашел вроде. Что с тобой сделать? Так, ну это же типа ностальгия, там мы должны сделать то, что делали и тогда. Ты уверена? Не хочешь показаться врачам? Да, все отлично. А где ты? Что, есть что-то? Один черепок. Да, конечно. Он будет рад поводу выбраться из шахты. А, это не тут было, конечно, но... Сука ты ля, блядь! Вау, куда пошли спускаться? Есть предположение, сколько у нас времени до открытия сверхпортала? Точно мы не знаем. Поэтому не спускаемся у нас. А комбайны? Леонид! Как они называются? Импульс 102. Давай, Миссис. Ты каждый раз водишь вверх стрелку, ебать, 8 FPS, 6-5 FPS, у тебя тоже? У меня 60. У меня 4 FPS. Ё, почему Алекс так медленно? Ё, вот мы идиоты. 4 FPS, как играть? Ты посмотри на них! Смотри на них, Стас! Ну мне ж нормально всё. А мне так медленно поворачивается.
Вон эти черепки. Ебать, а чё так долагать-то из-за черепки? Не, я помню, что это было, но... Блин, я помню, как я машину заспавнил. Такие синерджи, да-да-да, все-таки синерджи... новая, да и компьютер... И компьютер у меня вроде тот же. И там тот так не лагал, по-моему. Ну, было, но... Пройдёт или нет, интересно? Боже мой. О, прошло. Наконец-то. А сюда опять зайти? Туда уже не зайдешь. Ладно, хуй с ними, с этими черепами. Смотри, 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 Стас. А, уже я хотел. Что? В ракету забралась это. Видишь? Залезла это, Ламар в ракету. А, точно Ламар. А, не вижу. А, да, вижу. Это типа, ну пизда, короче, ракете. Поэтому и пизда, да? Нам сейчас снизу... А, кстати, куда эта ракета должна лететь? Ой, я даже не помню. И зачем? Ебать, я могу просто... Вы его не получили? Надо немедленно его посмотреть. Я расшифрую код. Мы посмотрим его из вспомогательного центра. Боже, скорее. Да-да, сию секунду. Очередная тревога? Почему мою работу все время прерывают? А сейчас будет защита. Алло? Кто дежурный? Кто-нибудь? Мое нелюбимое место вообще. Вот здесь? Да. Чего? Там, где ракеты, там, походу, сейчас такой пиздец будет. Чё это здесь место почти, тут комнатка маленькая. Мы сейчас внизу, вниз будем опускаться и будем защищать ракету. Кстати, блин, давно пора заканчивать. Всем спасибо, всем пока. Сука, ну ты вообще, блядь, красавчик. Всем пока.